Момент истины. Будем смотреть, Виталик участвует или нет. Я же пошел поссал, блин, куда меня еще гонять? Пошла, Жару, давай, да, хаваю. Мы не боимся совершать ошибок, но не повторяем их дважды. Евгений Владимирович, поехали, давайте, все, поехали. Да, я и в ту дырку, и в ту дырку. Может, я не в ту дырку ставил? Фига! Ты что ты делал? Вообще я ничего не делаю. Это свадьба. У тебя захват хороший был. Я сдавал из сервиса, подвернуть и бросить. Сейчас, короче, будем готовить Виталика. Он уже готовится. Вот, все ОФП делают, а он там вот готовится, Паша. Че, Серег, как ты думаешь, твой брат победит? Посмотрим. Посмотрим. Там уже еще 7-й год, а не 8-й только. А он какого года? 8-го. Ну ничего, посмотрим. Короче, ты думаешь, что он победит? Вообще шансы каковы? Шансы хотя бы второй точно занять. Вот 100% это сколько? 100% третий. Третий. Прям 100%. Окей. А я судить, короче, поеду. Как раз я вам покажу, что значит борьба. Что значит готовиться к борьбе. Вот он, то есть, сгонял и встает. Что там у тебя? Что, сколько тебе? Ну, это трикома, грубо говоря. О, килограмм. Килограмм еще гоняет тебе? Угу. Ты же завтра выступаешь. Да ничего, нормально будет, что ты переживаешь? А что, ты много ел? У меня было вчера 42 700, сегодня 43. У меня вчера было 40. 300 грамм нажрал. И что еще, вот погоняешь, сейчас побегаешь, и нормально все будет. Сегодня вообще ты не бьешь, не ешь. Завтра есть, с собой берешь, вот ты еще вещи теплее. Вообще ничего нельзя, не пить, не глотка. Ты понял? Прощай, Виталий. Девочки, я же пошел поссал, блин, куда меня еще гонять? Моя пошла, Жару, давай, да, хаваю. Виталик, я сейчас к тебе иду. Иди сюда, если ты не ошибаешься. Давай, выйди. Вот она. Ваша. А я как? Там Виталику, короче, вес надо будет загонять. Ну, килограмм вроде у него. Вот, сейчас ему ничего кушать нельзя. Он помылся, этот додик. И завтра поедем, посмотрим, как он выступит. Ну, я, в принципе, надеюсь, что он нормально выступит. Он вообще хороший наш борец. Хамо? Тимой золотой. Ой, меня не помню. Тимой хороший. Тимой хороший. Да понятно, что я хороший. Он такой. Ну. А ну-ка, попшикай.
Ой, элегант. Элегант, хватит, ты уже 40. Подожди, да, нам не пришли. А тебя уже нет. Все, до свидания. До свидания. Ребят, ребят, а ну-ка давайте вот тут сзади стоим. Идите все сюда. Сюда идите все. Короче, смотрите. Желаем Виталику успеха на соревнованиях и Дэне, чтобы взяли топовые места. Мы Гаджи выздоровели. Да, Гаджи выздоравливает тоже. Гаджи, давай, на связи. Короче, я с вами встречусь с утра, а для вас это просто вот так, мгновение, бац, и я с утра с вами. Он на месте событий, вот наши ребята все там. А Виталик, ты опаздываешь? Лаша Пендрос, ты опаздываешь, давай беги. Беги, сказал. Капец, сейчас влетит. Че, мы все готовы. Стартовая. Наши пацаны, вот, Дэнни и Виталик. Дэнни забыл, короче, это документы, сейчас Евгений Владимирович его сгонял. Он чтобы... не забыл, просто в другой квартире. Что в другой? Документы. А ты где был? В этой квартире. А он не документы в другой. А зачем ты в этой, значит? Типа... Мы переезжаем, половину вещей мы перенесли. А, ясно. Тоже приезжаешь? А зачем ты переехал? Зачем ты переехал? Типа там с бабушкой жили, бабушка. А, все. Там квартира большая, поэтому бабушка. Бабушки все, по кайфу в вашей квартире. Давай сейчас, короче, сколько сейчас ты весишь? Нет, 100% момент истины. Будем смотреть, Виталик участвует или нет. Если ты не участвуешь, ты, короче, это... лох. Короче, ребят, получается так, то, что в итоге этот Виталик не согнал вчера. И, короче, ему нельзя было кушать, и он вроде говорит то, что ничего не кушал. Сейчас ему надо будет сгонять 700 граммов. Ну, я не знаю сейчас, как он это будет делать. Но я надеюсь, у него получится что-нибудь сделать, чтобы побороться сегодня. Если он не будет бороться, то есть кирдык. Ну, в целом, мы приехали, зал такой нормальный. Вот. То есть у него тут 100% вариант взять место. Вот я отвечаю. Я вот чувствую, то есть. Не только он, а из наших пацанов там еще люди есть, и они могут взять место. Вот. В целом, то есть, прилично так. Ну, то есть, шансы есть. Только Виталик один сидит, вот типа. Сидит и думает. Еще мне бокс сделать, а?
У тебя захват хороший был. Я оставалось сервиску там подвернуть и бросить. Он бы улетел на душе и выиграл бы. Ну что, ребят, итог был непредсказуемым. Виталик отборолся, в принципе, достойно, ну, с конкретными минусами. Занявшись третье место, я думал, попробует он второе, первое, но у него не вышло. Но он показал, что смог. Два пацана из шести, которые взяли больше, взяли, ну, сумели, короче, выиграть, я так скажу. Были отличные броски, я сейчас вот прям с лезвия покажу, какие это броски. Вот броски прогибом, то есть у них хорошие броски, вот сами видите. И, то есть, опытные пацаны, да, ничего не скрываю. Вот, ну, Виталик постарался, и не только Виталик постарался, там... И остальные наши пацаны постарались, ну, увы, они тоже проиграли, ну, с призовыми местами, конечно. Ничто, не то, что хотелось увидеть, конечно, ну, хотя бы что-то. Вот. А, в принципе, тут добавить нечего, я отлично посудил. Ну, что, все, вот наши пацаны уже стартуют. Скажи что-нибудь, вот наконец-то мы вышли, что-нибудь да добавь. Я вам обещаю, я вернусь сильнее. Ну? Он у меня судит, говорит, типа, это... Виталик, так и выиграть, что? Попробуй только ему проиграть. Ну, а что? Ну, я, как всегда, пошел. Он душу положил. Короче, я пытался помочь ему. Ну, и я помог тебе. Только если бы там не срыв вот этот... Надо было, чтобы я судил, а что, я бы срыв, там, да, там поднял? Там срыв. Там срыв был, и тебя раскатали. Ну вот, там он в паттере нормальный, а так в стоке я бы его мог выиграть вообще. Ну, не повезло, короче, не фартануло. Финал выйти там. Смотрите, этот наш пацан тоже сидит. Блин, улыбается. Ты тоже третья, да? Все третьи заняли, мешки. Все третьи заняли? Да, почти все. Капец. А ты это, у тебя все впереди, короче. Евгений Владимирович, поехали, давайте, все, поехали. Я не при делах. А можно мне за руль, только не надо бить меня? Я перепутал. Да? Спасибо. Давайте. Конечно, я у бати беру. Видали вы, ребят, он мне дал ключи. Все, поедем. Снимайте. Я застегнуться. Да, все будет, что-то. Да, пусть. Я это... Сейчас я заведу, держи, снимай. Я два раза в жизни на машине катался сам. Да, я больше. Потому что отец мне не доверяет свою машину. А я в Чечне катался. Ну в Чечне ты на чем? На приоре там на какой-то выносимый. А что не заводится? Хонде новый. Стёп, сперва до середины сделай. Стой, подожди, не заводится. Прикинь, я вообще слюну. Там она что-то другое. Подержи. Я только Евгений Владимирович умеет заводить. Слышь, Стёп, вот так сделай, Стёп. Как? Засунь до конца, прям чуть-чуть зажми, она должна зажаться. Да в смысле ты засунь её? Вообще не крутится? Вообще. Беги оттуда. Да стой. Стёп, она отойди. Дай сюда. Не заводится вообще, давай. Стой, Сеня, ты сейчас сломаешь. На, снимай ты. Возьми, нормально снимай. Вот так вот. Держи. Я хочу завести. Пацаны, мы, сломает. Похоже, тачку сломали. Да нет, стой. Сейчас нам шею сломают. А чего он не крутится? Что я сделал? Ты ее закрыл. В смысле закрыл? С вашей стороны закрыл? Да. Попробуй открыть.
Что за машина? А это что за? Что за аппарат? Только Евгений Владимирович умеет ее заводить. Как заводить? Не крутится, прикинь, ключ. Ну, по идее, сначала ключ ты должен закрутить. Да, что еще? Может, зажми тормоз или я не знаю. Ну, я зажал. А сцепление? А тут нету сцепления. То есть сцепления нет. Может, надо это? Не трогай, блядь, ты ебла, надо же коробку передачи. Зачем? Машина не заведена. Так она не заводится и так. Ключ не крутится, а не заводится. Как думаешь? Как? Может, в другую сторону? За передачу сдох. А, точно, попробуй в другую. Да, я и в ту дырку, и в ту дырку. Может, я не в ту дырку вставил? Засунул не в ту дырку. Да вот же, как по маслу входит. Он может, такой, блин, прикольный. Поверни ключ с другой стороны. Тихо, тихо, он идет. С другой стороны ключ. Я ему скажу, можно я выйду? Евгений Владимирович, я просто выехать отсюда. А вот скажите, как вы прикалываетесь, что ли? Что, вот, на тормоз нажми. Ну? Ну, руль поверни. Но поверни в другую сторону. Блядь, ты машину сломал, Степ. Фига! Ты что тут делал? Вообще я ничего не делал, я только... Ты, блядь, я могу. Я у Бани брал. Вот что это просто такое? Армянин сидит за рулем. Что это было? Капец. Что Евгений Владимирович сделал? Охренеть. Ее только Евгений Владимирович может сделать. Все, поехали, пацаны. Это куда мне сейчас? Евгений Владимирович! Куда я приехал? На самый последний? Сломаешь меня. Стоп, смотрите, я не сломаю. На самый последний, да? Последний, ты что, не знаешь? Вот. Все, закрывайте, до свидания. Стой! Тут тормоз тоже может быть. Теперь этот... Надо, чтоб пик сделал. Молодец! Сваливаю. Все, вы. Это свадьба. Мы наконец-то доедем, мне кажется, да? Ну, как раз. А мы слева, что ли, у нас? Смотрите просто. Вот это красота. Как раз это тот контент, который мне нравится. Типа, путешествовать и снимать то, что я хочу. Вот это кайф. Я от этого ловлю кайф. Типа, раз ты стоишь вот тут, и все. И ты кайфуешь. Замечательно. Ем яблоко на поле. Сейчас заправимся и поедем. Кайф. Долгожданный выпуск подошел к концу.
с таким видом, просто посмотрите на этот вид. И что я хочу сказать, ставим лайки, подписываемся. Я надеюсь, вам это понравилось. Просто мы помогли Виталику, он взял третье место, ничего себе, но пойдет. Удачи вам, до новых снов, спокойной ночи, малыши.